Патриция Пишавяк из Польши. 122 килограмма. Уже обновила она личный рекорд на этих соревнованиях. 120 подняла. До этого было 117. И сейчас будет пытаться еще немного улучшить свое же достижение. Ей 21 год. Ну что ж, пока мы видим, что спортсменка прогрессирует. Возможно, через несколько чемпионатов Европы, через несколько лет она будет бороться за медали. Ну что ж, справляется с весом 122. Пока эта сумма лишь вторая, 222 килограмма. Проигрывает она Мадалине Моли из Румынии, 3 килограмма. Но во втором движении, в толчке, Патриция Пишавяк пока на первом месте.